Так, ребята, вызвали ловца. Едем разобраться с собакой. Ну что, мой маленький? Что, мой хороший? Ты мой красивый. Мальчик мой. Иди сюда, солнышко. Иди, мой хороший. Иди, мой красивый. Иди, мой маленький. Ты мой красивое солнышко. Иди сюда, зайка. Иди сюда, мой красивый, иди. Иди, мой хороший, иди. Выходи, солнышко, иди. Не бойся, мой хороший. Не бойся, детка. Сейчас. Иди сюда, детка, иди. Сейчас наркоз подействует. Он уже пьяненький. Не бойся, малыш. Мальчик, тише, не бойся, детка. Не бойся, мое солнышко, ложись, мой красивый. Ложись, сейчас снимем с тебя все это. Господи, ребята, это же страшно. Не бойся, мой хороший, сейчас снимем все. Сейчас мы с тебя все снимем. Все, ложись, деточка, уже ложись. Ложись, мой хороший, ложись. Ложись, детка, ложись. Ложись. Сейчас подействует уже. Господи, ложись. Боже мой. Ложись, деточка. Ложись. Сейчас мы снимем с тебя всю эту боль. Ложись, мой хороший, ложись. Детка, ложись. Ложись, мой хороший, ложись. Засыпай, солнышко, уже. Засыпай. Засыпай, мой хороший. Засыпай, деточка, лежи. Маленький мой. Хороший. Хороший мальчик. Красивый мой маленький. Засыпай, солнышко мое. Засыпай. Все будет хорошо. Сейчас снимем с тебя эту цепь. Маленький мой. Засыпай, мое солнышко. Засыпай, мой красивый. Мальчик мой маленький. Мальчик мой хороший. Берем с цепью. Прям с цепью берем. С цепью, да? Да. Сейчас я это подожду, сниму. Забираем прям с цепью. Да, сейчас. Так, можем снимить. Снимем, да? Да, снимаем проволоку. Давай. Эту. Боже мой, там все. Давайте я сниму. Давай, мой хороший. Так, ребята, цепь мы сняли, но обрабатывать будем уже на месте. Все. Теперь он будет спать. Вот так, язычок ему вытащил. Язык высунули, все. Хорошо. Вот эта цепь висела у ребенка на шее. Не бойся. Вот эту цепь мы сейчас сняли. Да, малышка. Ребенок еще под наркозом. Только-только отходит. Но, по крайней мере, у него уже нет этой боли на шее. Не бойся, малыш, потерпи. Потерпи, мой хороший. Маленький мой. Мой хороший. Ты красивый. Маленький.
мальчик мой, красавчик. Мой хороший мальчик. Хороший. Так, да, я свой бюник не забрала. Это я хотел серить. Вот эту цепь, вот это, а ты не представляешь себе, сколько она весит. Вон, видишь, смотри, она вся в крови, вся в шерсти. И вот эта вся гадость, вот это, вот это был у них, вот это был ошейник. Клади его на стол. Да. Так, обойди. Вот сюда иди. Здесь мясо, все гноится. Порвись, перекись неси. Мясо, да. Перекись. Мясо. Давайте, ребята, перекись. Так. Так, антибиотик. Ничего. Я думаю, пару дней и с ребенком все будет хорошо. Так, знаешь, что еще нужно? Ножницы и машинку. Попробуем сбрить. Если машинка наша возьмет. Нам очень нужна машинка. Все, уже не первый раз сталкиваемся, что нам нужна машинка. Просто очень нужна. Вот это все надо обрабатывать. Здесь все гноится. Надо машинку. Да, все гноится. Давайте ножницы. Ну, так. Сначала попробуем сухим сбрить. Ножницы давай. Коля, тебе огромное спасибо. Я не буду тебя задерживать. А ты провозбривай. Только быстро, он скоро проснется. Ножницы где? Сбривай ядом, а мы потом посмотрим, что еще можно сделать. Солнышко, иди вот так, отсюда сюда. Попробуй. Снимай. Ничего, пора не иди, ничего страшного. Пока он спит, ему можно. Да. Волосы эти убирай, иначе если грязь попадет. Вот так, давай. Поднимай волосы, давай. Давай вот здесь еще. Ой, господи. Вот так, да, я начинаю. Ты тяни к себе, а я вниз. Убирай, убирай. Пока он спит, очищай как можно сильнее. Все, убирай. Так, стой. Вот здесь. Прыгай. Сейчас. Убирать. Так, ПСД принеси мне тоже. АСД. В холодильнике бутылочка. Она всегда. О,
овощи, блядь, братан. Скажи ему, а, это не наш. Так, по-моему, хорошо промыли. По-моему, хорошо. Ушайку. Чисто. Хорошо. Знаешь, что нам надо купить? Срочно. Бронолиновая сетка. У нас бронолина есть? Неси. Давай, я подожду. Бронолиновая сеть. Надо очень-очень много и очень густо, желательно. Он молодой, быстро заживает. Дай бог сначала продержать ему это все. Приподними мордочку. Как мы завтра будем бинтовать? Это будет кино и немцы. Я думаю, дальше не упадет. Надо специально потуже, чтобы... Нет, чтобы если начнет чесать, чтобы... Он добрый. Он добрый, я тоже думаю, что он добрый. Просто ему очень больно. Вроде не туго. Вроде хорошо сделала. И сразу баралгин все-таки сделаю. Так, место ему подготовили. Все аккуратно, хорошо. Спасибо. Кубика три.
Так, смотри, пес молодой. Ему от силы 1.5-2 года. От силы 1.5-2 года. Он молодой. Язычок вытащили? Хорошо. Так, шею смотри, забинтовали, видишь как? Шлейка шее не мешает. Вот. Но шлейка нужна, чтобы завтра его можно было поймать и сделать следующую перевязку. Для этого одевается шлейка обязательно. Завтра ловим его потихонечку крючочком, подтягиваем к себе и точно так же, чтобы не делать второй наркоз. Наркоз делаем только один раз. А завтра он осмотрится, придумается уже, как бы к нам привыкнет чуть-чуть. Хорошо? Так, мальчики, берете его вот так и несем его в будку вместе с одеялом. Осторожно. Обходи. Сюда, сюда обходи. Так, пойдемте, ребята. Все, аккуратно. Ребята, так, мордой положили к дверям. Здесь у него выход на улицу. Все, свежий воздух. Все, ребята, закрываем будку. Закрываем будку. Все. Все. Тихо, деточка. Да и ты моя красавица. Все. У нее лет постелено где? Хорошо. Да, мои хорошие. Да, мои красивые. Так, закрой, наверное, на ночь. Будет холодно. И выгоняй этих отсюда. Так. Все. Открывай. Так. Ребята, вот здесь лежит наш мальчик. Все. Как только он очнется, он сюда выйдет. Так, ребята, воду сюда. Корм убрать пока. Хотя воду поближе поставьте. Ну, куда поставь поближе воду? Все. Вот теперь, я думаю, все. Отлично.